Классный базар. Магнит шляпы и все. Магниты, да. Do you want magnet? Magnet. And half a stage. Do you want the phalange? Do you want the... Okay. Thank you. Магниты за 1,5 евро, шляпки, полотенцы, движухи, положухи. Вот. Автобусы, которые уже вышли из обращений. Видишь, вот эти желтые, это были на Мальте. А вот эти серые, это на Гозо были. Да. Вот. Вон монеты продают. Теперь их можно купить только в таком виде. За 10 евро 3 автобуса. Монетки разные. Раньше, видать, которые в Гозо были, монеты. У них, видать, своя монета была. Своя валюта была мальтийская. И шляпки, шляпки, шляпки. Разные шорты, обувь. Такое барахло, в общем, продается здесь. Сейчас посмотрим, просто для интереса, где это все сделано. Если это написано. Написано у них, ладно. Скорее всего, это Китай. Hello, man, what do you want today? Dress, towel, cool. Towel for the girl? The leopard. Uh-huh. Thank you. It's cool for the leopard, for the girl, eh? What do you like? И вот прикольные продавцы здесь. Мальта, 1,5 евро полотенце. 5 евро какие-то футболочки. Майки для детей, скорее всего, детские, да. Пойдем. Сицилия. Сицилия, что-то говорит. Сицилия. Вон, ножи продают. Ничего себе. А, это не ножи. Не, вот это уже ножи. Вот такой вот базарчик находимся сейчас на острове Гозо. А вот шляпы стоят у нас 7-8 евро. Большое количество разных рюкзаков здесь. Тоже сумочек. Вееры. Очки по 7 евро тоже. Пончики по 6 евро. В общем, все, что и везде, но только на мальтийский или лад, скажем так. Так. Ну что? Посмотрела-то что? Все? Пойдем тогда. Вот такой, друзья, рыночек. Здесь вот фрукты тоже, овощи продаются. Мы сейчас находимся в самом центре. Этот Виктория, этот город называется. Это остров Гозо у нас. Я так понимаю, это столица этого острова, Виктория. В честь Виктории назван. Вот здесь, видите, это местные такие вышивалки. Вот эти вот свитерочки разные. Накидки, все вышивается, вроде бы ручная работа, но может быть и не ручной, но какой бы она работа ни была, это все местная, скорее всего, это ручная все-таки работа была, помню, она что-то говорила, эта продавщица. Вот, стоят они 20 примерно евро, вот, 20 евро, да, 20 евро, вот все вот такие свитерочки, вот, они стоят 20 евро. Рынок. Есть и мужские, есть и женские. В основном такие накидки
а-ля французский, македончики. Ремни есть. Вот эта штука у них модниковская такая. Ее, это, видать, туристы ее хорошо покупают, особенно туристы из скандинавских стран, да, и из России тоже, я так думаю. Хотя я не знаю, сколько в России такой будет свитерочек стоить, но есть цены вот такие на них. Вон сумки под 20 евро, 19,90. В общем, такое барахлишко. Так, друзья, пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Гозо.